Жительница Одинцова Софья Сверчевская никогда не сидит на месте, постоянно ищет для себя новые увлечения. В 15 лет сделала первую открытку ручной работы, потом поняла, что хендмейд может приносить доход. И постепенно, увеличивая творческий спектр, пришла к основному виду деятельности – оформлению свадебных наборов. Украшения свечей, бокалов, шкатулок и подушечек для колец. Девушка не следует за трендами, а вдохновение черпает из всего, что окружает. На изготовление одного такого набора уходит минимум 24 часа. Использую акриловые краски, разные виды ткани, разных фактур и оттенков и различные декоры. Это кружево, жемчуг, стразы, ленты. Вот сейчас также активно использую различные цветы, как тканевые, так и бумажные. А еще Софья вручную расписывает платки. Говорит, что эта работа требует особой усидчивости, точности и аккуратности. Когда я посмотрела на эту работу, почему-то в мою голову пришла мысль, что это Фрида Кало. Это не она? Это она. Фрида очень яркая, колоритная девушка, которая, безусловно, мотивирует создавать какие-то красивые работы. На рисунок с такими сложными деталями сколько времени ушло? Это самый быстрый, потому что здесь вообще не отталкивалась от задумки, просто рисовала линии, как фантазия идет, так и рисую. Было легко. За 2 недели самоизоляции Соня открыла еще один свой талант. Оказывается, она замечательно рисует. У меня лежал запас красок, который я использовала для свадеб, и думаю, почему бы и нет. А так как у меня очень большой запас материалов в виде холстов, каких-то бумаг, я решила не оттягивать этот момент и нарисовать сразу. Итог – 2 картины, завораживающие взгляд. Кстати, у девушки есть своя любимая цветовая гамма. Это сочетание розового, белого и черного. Помимо всего, Софья еще поет, пишет стихи, увлекается кондитерским искусством и составляет флористические композиции. Призналась, что кропотливая работа – это ее стихия. А вот вздыхать от скуки точно не для нее. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».